Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Продолжаем проходить Дюка Нюкема, переложенного на крутого Сэма. Третьего. Так, а сюда можно идти? А! Ох, ебать! Чё? А, это они оставляют такие следы и заряды. Это не поле защитное у него было. А я-то думал, у меня даже поле защитного не было. Реально натурально манкубусы. Натурально прям манкубусы. Ну да, видимо, где-то это там совсем было в начале. Ну там дверь, которую нельзя открыть. Секундочку. Блять. Да ща, погоди теперь. Я упал в дырку, сейчас выберусь, дам тебе пизды, подожди. Ты там, блин, дрочишь? Может, не надо, пожалуйста. Не в том смысле, что нельзя, ради бога, это полезно для здоровья, просто делай это как-то где-то дома наедине, там, ладно, мне не интересно, правда. How scary. Not. Раз появляются враги, значит иду правильно. Been there, done that. Да, теперь я вспомнил, что она здесь была, конечно. Бац! Бац! Нет, за дробовиком два прыгать я не буду. Нет? Просто поскольку у него отстреливается пол головы, я думал, что он типа все, он такой лежит на колени, какое-то через какое-то время умирает. Я такой типа думаю, на кой хер я трачу патроны каждый раз? Пусть он себе умирает так, а он, оказывается, постоит, до себя приходит, сукин сын. Что за нахуй? Сан-Андреас, разлом Сан-Андреаса. That should clear the way. Я знаю, куда мне надо, но просто это было так внезапно. Так, окей. Going down. Так умею, пидорюга. Ну да, это туда, где я ходил, вроде там был бонус, а теперь. Видите, ну по башке. Вау! Пара-пара-пара-ра-ра. Сука. Так, что у меня тут есть? Да. Кстати, вот эта херня есть, она вообще бесконечно. Вау! Бесконечно. Заряда. Подожди, а мне.
Не, она, в принципе, неплохо. Надо здорового попробовать. Она замораживает здоровых. То есть, в том плане, что они замораживают, если они станутся и висят в воздухе в этот момент, и там падают и лежат, да, и их можно безнаказанно расстреливать, то это очень полезная херня. Именно для них. И что в этом секрете? Я его нашел, круто, и молодец, а какой в нем смысл? Уж нет ни хрена. Слишком секрет. Секретный секрет. Так, стоим бы. Во, ну-ка. Восстанет мудаков или нет? Очень ненадолго. Так, что тут у нас? А? Все? Нет, чуть-чуть с текстурами здесь вообще страшно. Не, ну, с одной стороны, конечно, их станет, но с другой... Смысла что-то в этом особого нет. Так, я потерялся. А, все, я нашелся. Воу. Воу. Ни хрена себе. Очень странные в этих играх такие бывают секреты. О, 500 максимум. И между чем не так очень много, не так чтобы очень много здоровья. Брони нету. Если бы хотя полчаса, я оставлю, конечно, потому что типа 5 серий, я люблю когда 5 серий. Они такие юркие, пиздец. Где? А? Bring in blood, baby. Is it hot in here, or just me? Здесь жарко, или это просто я такой? Сёма, я даже не знаю. Почему все без Сёма? Он не Сёма. Подожди, я отсюда спрыгнул. Да что ж такое? Так, мне как-то надо... Подожди. Чувак, это 54 здоровья. Нет, не рассказывай сказки. Теперь
мне сейчас довольно хуёво. Так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Воу! Как мы свалим отсюда? Пацаны, я на вашем месте текал. Так, концентрация. Ё-моё. С горячим воздухом прям очень классно сделано. Сами такого, между прочим, не было. Хотя, не знаю, я в третьем же еще не был. Я не доходил до лака... What a mess. Блин, такой смешок. Да, сука, я из-за нее сбился. Да какой, блядь, как неудобно, когда и в 9. Да. Я уже в лаву упал. Как ты сделаешь? That never gets old. Так, здесь, наверное, лучше без шифта просто бежать и все. Сказал я и нажал шифт, естественно. Опа! Может, уж хочется побыстрее, думаешь, а не дай бог я не успею! Посмотрите, видите, у него пол головы просто нету. Wasted. А, потрачено. Рипер. Каждый раз тратишь вроде бы что-то одно. Думаю, сейчас к нему дадут патронов, а дают патронов к тому, чему тебе и так полностью. Leave a scratch. Ты куда, мать? Стой! Я должен был запрыгнуть в машину, но что-то она уехала без меня. Ладно. Я привык. А, она привезла мне боеприпасов. Ну да, спасибо. Спасибо. Back already? Looks like you're not the only one. Consider me reinforcements. Так, я так понимаю, сейчас будет что-то еще жопное просто. Не? Все. Now ain't this dreamy. Девушка не дает себя использовать. Молодец, нет. Без шуток. Hello, something big. Let's settle this once and for all. Фух. Такое прям это в ногу. Так, я понимаю, что будет кататься и помогать нам, да? Kill you old style. Так, что это вверх такое?
кто ты есть, объясни мне. You suck. Like you're coming apart at the seams. Только одного врага убил, уже еще подкрепление. А, ребят, на мелочи не разменивайтесь, я смотрю. А можно меня как бы, а то по мне стреляют, по-моему. А, ну вот, понятно, да, эти штуки сейчас будут уничтожать, потому что. А, ну охуенно, они по мне все это время стреляли, естественно. Строим. Чего надо? Джетпак, серьезно? Оо, еще можно все это подбирать. Так, теперь бы найти, где она это выкинула, потому что я не очень понял по заставке. Где это было? Куда ты его выкинул, дура? Зачем, главное, ездил бы просто, я подбежал бы и взял. Нет, надо. И пойдем пополним боезапас. Так, возможно, где-то рядом с кораблем.
отсюда, жопы сидят. Чего ты всюду на лицо сесть хочешь? Ты некрасивая девушка, чтобы такие вещи... Такие вещи делать. А как? А где? Загадка. Снят кнопки. These guys don't stand a chance. Не, ну я не вариант, просто экстрим. Тут что ли? Это исполняется. Что с этим делать? А, все казалось гораздо проще. Капец, ну-ка один уничтожил, оказывается, еще один был. По идее, мы только энергетическое поле отключили, значит. Конечно, они... I'm gonna have to rain down in a godly fucking firestorm on you. Не хватает, конечно, этих анимаций прям. Какая жесть. А почему мне не дали такой револьвер, который с одной пулей валит этих придурков? Blow it out your ass. И оставшихся врагов. Come get some. Не, ну вот этих явно не было врагов. Yeah.
они уж прям совсем из Сэма. Заряда. Мне нужны аптечки. Если бы тут еще аптечки респились, было бы вообще замечательно. Хотя бы небольшая, мне много, да, в принципе, прям, конечно, есть. А не лезвие, но тем не менее. Кстати, вот. Shove them up your ass. Теперь должен, по идее, прям, наверное, босс вылезти, правильно? Что-то так, это был просто замес. Или, наоборот, в тарелку нам надо залезть, и там будет. Потом мы подвисли. Опять же, вот не помню, было там столько врагов, нет, в оригинале. Или же просто сейчас вот под Сэма подкрутили, скажем так. Очень странно, только что был ранец, почему просто залететь нельзя наверх. Так какой-нибудь, не знаю, подсценку, типа, что ее ранец отнимают. Он падает на землю, отваливается, еще что-нибудь.
Сначала, что ли, меня тоже? Должен быть самый распоследний босс. Прям так готовят, готовят. Да, арена. Тем более, что он все еще с джетпаком. А, это его рожу мы видели. Bring it on. Ну хоть этого никаких ухищрений, просто вваливаешь на дамаг и все. Упс. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Самушка. Очень тупой. А я возьму аптечку и патрон. Или не... А, аптечку возьму? А. О. А здесь никак. А. Нет, смотри-ка. Сообразил. А. Что ты загородился от меня, эй? Нет, этим его не проймешь. Ща. Что у меня есть? Давай. Да ты какой-то, чтобы спортивный интерес был, это же вообще. Воу! Ну ты что творишь-то, эй? Фу, все в дыму, война в Крыму, и что такое? Ай-яй-яй! Эх, все-таки задела меня шальная волна. Где? О-о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 -
Спрятался,
твари! С ноги его просто ушатал, как лоха! Ха-ха. Блохо! Ха-ха. Блохо! Хо-хо. Say your prayers, I'm coming to get you. Ну, конечно, мышь ему помогло, что он так подтупил. When you get to hell, tell him Duke sent you. Мне очень подфартило то, что он там начал подтупливать. Я ему очень много снес. Я могу, наверное, до конца так стоять его сносить. Но это как-то было ну совсем уж не спортивно. А теперь к менталу надо, которого прислал, правильно? Nobody steals our chicks and lives. Ну, короче, вот, вот такая вот штука. Ассет из Duke Nukem Forever, Crysis 2, Duke 3 HDR, Bombshell. Прикольно. Ну, короче говоря, вот такая вот игрушка. Ну, естественно, ну, именно мод, естественно, в Duke, наверное, в детстве, если не играли, то хотя бы видели. Вот, но это фактически получается первый... звуки, точнее, Duke Nukem Forever, Duke Nukem Time to Kill, Duke Nukem Land of the Babies, Duke Nukem Manhattan Project, Iron Fury, Bombshell, и Mass Effect 3 даже. Спасибо, что играет. Наверное, я его впихну где-то, потому что 5 серий, то есть я их так это раскидаю. Вот. Вот, в принципе, и все, вот такой мод. Но, говорю, поскольку это, в принципе, только первая глава, должны быть другие, вот. Поглядим. Соответственно, если другие главы выйдут, точно так же я их стараюсь пройти. Вот. Ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал. Так, мне понравилось. Классно. Ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов. На канал автор музыкальной темы. На канал душевные игры. Роза Парацельс и Cup of Creep. Щелкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. И рассмотрите возможность поддержать канал материально. Ссылки на все реквизиты есть в описании к каждому видео. Всем всего доброго. Играйте в хорошие игры. И всем пока.